Вроде. Вот тут брига чья-то. Чаряпашка. Так, привет всем. Привет, привет. Привет. Давно не виделись. То это я на стриме. У меня что-то сегодня со стримом вообще печаль беда. В основном мой, вот сейчас один. Это я, походу, один. Ну да. Надо вырубать. Что мои не запустили. Обычно к этому времени 2-3 человека сидят, смотрят, а сейчас... У меня кто-то на Good Game постоянно смотрит и все. У меня, кстати, стрим закрылся. О, фиолетовая карта, короче, прям возле берега, на пляже возле берега. Красота, просто идеальная компания карта. И вокруг живки никого. А ты собираешься на кракена идти, не? Вы еще пить не начали. Ну, а как бы с нами на корабль попасть? А, я ты что, я там умру сразу, это... Что? Он за забором будет сидеть. Я халявщиком пойду. Понятно. Да у меня ничего нет, у меня ни оружия, ни брони, ни... Оружие, наркотики. Блин, я не могу понять, как эту броню открыть. Не помню. Даже кожаную, как вот кожаную, до кожаной добраться? В смысле? Навыки! Берешь, открываешь навыки. Вот, а. Основные, вот, вот основные изготовления брони, изучаешь. Где он изучает? С левой, скилл. Где броня еще ты? Навыки ты открыл, броня еще. Да. Вот самая левая. В бронях и щитах. Смотри, вот тут куча закладочек таких маленьких кубиков. Ну, короче говоря, на первое выживание. Да, где щит нарисован? А, ты да где щит нарисован, он у меня под замочком закрыт, но я в него зайти могу. Во второй... Так, выживание, самое первое. Нет. Вторая у тебя открыта? Строительство. Строительство, да. Вот, в нее переходим. Так. Листая вниз, там будет металлургия и плавилка нарисована. И под ней... Металлургия. Броня и щиты открывает, броня и щиты. Она у меня выучена. Вот, холодное оружие, открывает холодное оружие. Выуч... Вот броня и щиты. О, все. Короче, да, глюк, походу. Ну. Все, сорян, мой косяк. Так, и чтобы изучить вот эту продвинутую, надо... На, по-моему, второй скилл по это... Основа изготовления и потом изучение брони. По-моему, достаточно этого. Падение тебе щитом? Тебе надо какую броню одеть? Зеленую. Зеленую, да. А там это, изучение. Самый левый скилл сверху и от него правая ветка. За два как. Потом синий. У тебя люка пушки большие стоят. Ну, по бокам, да. О, все, спасибо. Как говорится, надо чаще встречаться, да? Да. Блин, у меня. Это голод. Мартышка. Блин, дома не то что запасной брони, даже запасной кирки нету. Растащили все. А так-то все в ХП закидывать, да?
Или в стойкость напополам. У тебя хп сколько получится максимум? Я не знаю, но у меня 110 сейчас. Ну, у тебя по умолчанию 100, и 110 это ну, 2 раза в хп вкачать. Так вот. У меня 68 уровней свободно. Короче, ну, смотри. 110 это от фонтана 10, наверное. Ну да. Тебе надо как минимум 200 хп. У тебя всего какой уровень? 68. 68. Ну 200 хп принципе... есть. Еще 20. Еще 20 уровней. Еще 20 уровней. Стойкость? Мне тут Серега сказал в интеллект прокачаться до 160. Ну, тебе да, тебе скиллы надо будет юзать. Ты, кстати, изучил это капитанское дело? Пока нет. А, короче, смотри. Сейчас. Сандерс. А, в самом первом выживании учишь. А, не, во втором. Во второй вкладке. Где стройка? А, да, в строительстве, получается, слева от металлургии и мореходного искусства. Так, сейчас, секунду. Подожди, в строительстве. Там, где металлургия, помнишь, подним щиты. А, металлургия, броня тут изучил. Вот, да, слева от металлургии, там мореходное искусство, корабль нарисован. А, изучено. Вот, отлично. Тогда кораблик, вкладка кораблик вверху, мореходное искусство. А, капитанское дело. Вторая да, строчка да, слева сама. Есть, да? Теперь да, открылось. Вот, а теперь следующая вкладка сверху, капитанское дело, фуражка. И если хватит, в самом низу ускоренная перезарядка будет. Да, вижу. Вот если у тебя на нее хватит, то шикарно. 69, да, хватает. Ну вот, ускоренную перезарядку выучил, у тебя будет 2 скилла активных. Непосредственно перезарядка и сплотить войска. Так, ну у меня еще 208 очков доступно. Я до этого еще этот качал обычно. О, вспомнить бы. Киянка и быстрое восстановление, быстро кровать ремонтировать. То есть как, пока там этот шарами в него хреняют. Я обычно бегал внутри палубы, восстанавливал. А, и быстро перезарядка на оружие, по-моему, еще нужна. Да. Так, ну давай по порядку. Строительство снова, вторая вкладка. Так, распродолжка, строительство. В самый низ правый фанатик ремонта. Да, вижу. Вот это активный скилл, который 28 позволит хватает. Экстренно чинить. Еще 180 осталось. Так, потом луки и метательное оружие у тебя открыты? Да. В них огнестрелы. Там сейчас раз, два, три, четыре, пятая строка сверху. Огнестрельный. Нет, огнестрельный я тоже изучил, как бы. У меня вот этот длинное ружье взял, пулями уже его зарядил. В принципе, нормально. Мне так думаю, теперь как этот. Быструю перезарядку, по-моему, надо качать, да? То есть до третьего уровня, наверное, да? В огнестрельном оружии удачливый заряжающий. Самый низ, короче. Да, вижу. 40. Да, там удачливый заряжающий и новый скилл на рифл. Faster Rifle Reload. Вот и а. Faster Blood Renders или ниже. Не-не-не, не Blood. Не Bladder Boost, а именно рифл. Левее которая. Где карабин нарисован. А, про Faster Rifle, да. Угу. Так, вот есть. Угу. Теперь медицина у тебя открыта? Да.
в медицине сначала учили. Медицинская помощь, наверное, да? Самая правая, короче, столбец, self-healing, вот его сначала на 3 выучил. Тут теперь аптечками можно самого себя хилить. Так, первый, второй, третий какой? Четвертый уровень? Пятый? Последний? Ну, самый последний, да, учи. Подвиг спасателя. Да, и подвиг спасителя. Короче, у тебя все должно здесь выучено быть. Ну, по сути, да, вот. Еще 75 осталось. А. Там стойкость и всяк этот бонус стойкости, но больше нет ничего. Если стойкости. Температура там нормальная, то терморегуляцию не надо. Так чё, Илюха, 200 здоровья, остальное всё в стойкости или куда там? Короче, смотри. 250. Попробуй для начала полностью в здоровье вкачаться. Сколько ты максимум выкачаешь здоровья? Ты всё равно сброситься можешь, в случае чего. А, 334. Ага. То есть это у тебя, если до 300 докачаешься, еще 6 будет свободно. А стойкость качается... По 2. По-моему, по 2. Ну, скидывайся, короче, 250 хп, остальное стойкость. Я тут этот, в шкафчике нашел синюю пиян. Она же лучше, наверное, ремонтирует, да, я так понимаю? Да. Чтобы использовать синюю киянку, тебе нужен навык в строительстве. Изучение инструмента. Левый столбец самый. Так, и... да. Все. Вопрос, а чем она лучше ремонтирует? Она моментально ХП восстанавливает больше. Понятно. Ну, да. Честно, я думал только прочки больше у них, вот и все. Не, там же написано, это урон. Нет, они вот, по... Честно, никогда не заморачивался. Там при удачной мини-игре у тебя будет ХП восстановлено моментально больше. Так, у меня или у корабля? У корабля. Ты киянкой себя будешь по голове? Да! Я бы стукнул кое-кого киянкой. Они чужие подлодки ломали. Всем привет. Здорово. Привет. Тук-тук. Всем здрасте. Привет. Здорово. Жарковато становится. Я к тебе лезу, чтобы ты мне патронов дал, ты спрыгиваешь. Ну зачем так делать, Андрей? Они на шлюпке. А-а-а. Там. Тогда теперь я прыгаю. А чё с рабами сделали? Чё они там сейчас ржут как будто? Это не они ржут. Мы на палубе там стоим. Танцуем. Персонаж теперь когда танцует, ржут. Да не, я просто как бы сегодня когда возродился на бойзе. Тоже поспаюсь и ржать. Чё такое? Смотри, там рабы сидят по дороге. Ну, я их там за стол посадил, да, они бухают. Ага. Хм.
бочку внутри трюма поставили. Ну потому что ее разобьют. Поэтому я ее запихнул внутрь. Как она пустая? Неплохо. А, все понял, вспомнил, да, дальше. Да, а что, не это самое, давай выставим ее на это, если она пустая, выставим пока она ее сюда. Она не пустая. Она не пустая, не пустая сегодня. Это я покажу. Я ее набрал. После того, как Серега ее оставил пустой. Слушай, есть мясо рыбы, есть, мясо рыбы, есть пырёк со свининой, они два витамина поднимают. Ну, все четыре, короче, да, вдвоем они поднимают. А, все. Просто стрелки. На рыбе какая-то большая синяя осталась. Не, рыбу не хапа. Рыба сырая. Вообще выбросить надо. Так, тогда хорошо. Пирог со свининой, слушай, блядь. Fish and chips. Самый первый. Ну, если по алфавиту. Ага, все, 10 штучек взял, все хорошо. А так потом можешь это тараносты угощение захавать. Реген ХП увеличить. А эти тогда, да. А, как, что там, тортик, да? Схавать, ну, баф да, пошел. Угощение тараносты, но это потом в бою. Ну, Лекс, Немо. Ну, в принципе, я готов кого-нибудь пульнуть. Мы ждем. Не, спасибо, у нас все есть. У нас есть. Так что себе берите. Да, у тебя реально обезьяна стрёмная. Илюха, я же вас... Она мутировал. Че у нас? Ремонтировать ничего не смогу, да? Не, ни хрена не сможет, только стрелять. А что здесь вообще по скинам? О, а что у нас? Блин, я не знаю, у меня глюк или мне показывается, что в трюме вода. А, это бывает. Это нормально. Во время волн. Отрисовка такая кривая. Блин, раньше не было такого. Ну вот, да, сейчас есть. Да. Я уж пугаться начал, думаю, что уже дырка не еще не безуплали. Не, я просто помню, как бы. Я еще с гавани не выплыл, у меня уже пол корабля разрушено. Тут разбито, блин. На офи бывает, заходишь так, резаешься, ну как заходишь в игру, в галеоне появляешься. И весь корабль в дырках. Всем привет. Здорово. Нет. А эти, когда погрузились, но они шиворот на выворот. Планки наоборот стоят, да, я видел такой корабль. Это писец. Это страшнее, чем когда у тебя их просто не прогрузили. Да, да, да. Планки наоборот, в смысле эти борта? Борты? Да, да. Борта как-то. Друзья, как это сделать? А это глюк, отображение бывает такая штука. Это как типа перевернутое животное, да? Тип если того. Вывернуть его наизнанку, да. А. Тип того. А, это как я сегодня на страусе спрыгнул с наклонной двери. Как на галеоне наклонная дверь стоит, под наклоном которой. И я с нее подпрыгнул под наклоном, на землю спрыгнул. И так полчаса, пока не спрыгнул со страуса, бегал. Лежа, остров. Бывает. Сейчас я подойду. Сразу с лежа бегал. Точнее, не лежа, а полулежа. Так, сейчас тоже покурить отойду. Я на своей мега-бриде стороны размотаю в кракене. Врежусь в него, спрыгну с киркой из-за дамага.
общем, одна карта копаемая. Фиолетовая. А вот фиолетовая с голдовой неизвестна. Ну чё, не копаем, не хрен с ним. Там еще 6 штук синих есть у нас, сосиска. Да, это просто корабль как бы под все заточен был. Пушками отстреливаются. Да и баллистами, наверное, тоже. Всем, чем хочешь. Баллист просто радиус. Дальше, не помню. У них дальше, он даже радиус. Не, у баллисты скорострельные. У меня на носу баллисты стоят, чтобы щупальца по-шустрому сливать. Они щупают, пощупают, и что они больше наносят, не больше? Баллисты? Да. Блин, по-моему, они по щупальцам наносят... Они чуть меньше вроде наносят, но они скорострельные. Да, они чуть меньше наносят, но быстрее сольешь, чем пушками. Просто они на всякий случай. Их же порезали. Ну да. А вот до порезки это вообще реально, блин, там, не знаю, гарпунов 20, наверное, и минус гидра, 20 и минус гидра. Сейчас болит гидра падает. Щупальцы даже винтовками отстреливаются. Альфа Кракена, винтовку меня отстреливали щупальца, а вот обычного Кракена, когда пошли проходить, там попросили, чтобы помочь, приплыли просто на человека, сколько, на человек 10-12, наверное, было на Галеоне. У каждого винтовка в руках. Все щупальцы, я вообще с Галеона в них не стрелял, они с винтовок отстреливали. А обычные винтовки или мифические? Там у кого серый, у кого комоновский, у кого зеленый. Короче, от 110 до 130%. Понял. Да у простого кракена щупальца падают легко. Ну да. Ну, у мифического там, да. Ой, у мифического, у этого, второго. Там мифическими можно тоже отстреливать, наверное. Простыми уже не прокатит. Чего там долго еще будете? Ну, я же говорю, не от нас зависит. Нет, ну мало ли, там, может, инфа уже проскочила. Бочка внизу есть, с водой. А, Немо, по-моему, не у нас, не в Дискорде. Блин, надо было бухнуть взять с Галеона. Я уже до середины D3 дополз. Я решил не заморачиваться, всякие шхуны строить. Я взял бригу, которая уже построена. Так, Илюха, короче, мы вдвоем с Серегой. У тебя место будет, да? Да, конечно. Конечно, удалённо. Сейчас мне 32 человека из 59. Блин, палубе бегают голые мужики. Блин, ну вот персонаж идет босиком, а такое ощущение, что он на каких-то каблуках идет. Могли б там что-то нашлепать какими-то шлепками. У меня теперь только 3 там. Ну да, там же за каждый камень. Сегодня 3 сделать, завтра 3 сделать, послезавтра 3 сделать. И все, и окей. Ну, нормально. И можно будет топать на обезьян.
А мы, Серег, когда сделаем? Ой, Серега, говорю, Илюх. Молчит! Понял и молчит. Когда Кракен? Когда соберутся все, тогда и стартуем на Кракена. Еще не все приплыли. Ну, у нас только 4 сделано. Понедельник. А, ну вот 4, которые вы делали, это Е3 и Д1, да? Да. Да. А, ну вот у меня Д1 тоже сделан, и в Е3 только один, конечно. Я сегодня предлагал, говорю, кому надо, присоединяй. Допустим, завтра я продолжу. Загадывать не буду во сколько, но завтра будет 3 камня точно. Море? Сейчас покажу море. Ну так и сколько всего кораблей-то идет? Я вижу только один корабль. Наш, да? Другие корабли. Так. Что за Аврора без одной пушки? Серьезно, ни одной пушки на Ауроре не было. Она же стреляла в революцию, ну чё, народ? Ключевое слово — стреляла. Так она и сейчас может пальнуть, хочешь? Сейчас позвоню. Где живешь? Украина, Киев. О, тогда это международный скандал будет. Не будет, на всякий случай. На здоровье, как-то. Что, кончились какие-то долдовые мифические карты? А кто там вот так постоянно ругает? Спрятан его. Нет, нет. Ну, ружье, да, патроны есть. А кто там стоит? Страусы только в пустыне? Страусы только в пустыне в порядке? Не знаю, мысли зачем? Сейчас будет поход на карту. О, смотрите, смотрите, корабль-призрак идет. От живности отбиваться. А с какой стороны идет? А он в это самое. По воде. Такие разрезы идут. Зелененькие. Я так и вижу. Вот так-то не видно днем. Он только ночью. Сейчас вон ночью прошел, как шандарахнул бы нам и сказал, никуда вы не пойдете, пацаны. Никого вам кракена сегодня. Не, спасибо. А чё, по носу ходить нельзя? Почему нельзя? По носу. По носовой фигуре нет. Фигура не, фигура бесплотная. Вода внизу. Подплывет призрак, крякнут все тихонько и поплывут домой. Ну ладно, я вон в Атлантике меня отхватывал брига от призрака. Пол залпа, правда, две планки и две в протечку, но все это пережить можно. А
яхте. Мы стоим на якоре, как бы. Я думал, что мы бы не пережили, если бы нам второго корабля. Ну да, если бы он по нам жахнул. Просто с один залп-то мы пережили бы, второй и третий бы точно не успели бы не убежать. Если их там по два ходит, то максимум два залпа. Ну а что, один раз стрельного больше не будет стрелять по тебе, что? А они же тупые, они по кругу ходят. Он же не сворачивается в своей траектории. Не, он быстро залп дает. Мы один раз на Галеоне, по-моему, попали под залп, и он нам вынес три планки и до самого дна эти перекрытия пополамал. И парус почти снес. Нет, я помочу. Планки-то есть запасные или еще что-нибудь такое? Да, в верстаке лежат планки. Так, а у нас есть вообще как бы это определенность, кто за что отвечает, кто что делает? Что у нас трое, как бы Илюха рулит, как бы мы с тобой по шарам стреляем, в случае чего ремонтируем. Да, вы по шарам стреляете, ремонтируете. Если я не ошибаюсь, у призрака у него 52 пушки на борт. Ну да, наверное. И, короче, тут лейтенантские мостики, два штуки, если что, становитесь за них, бафаете корабль. Так, что делать? Что значит бафать корабль? Ну вот эти скиллы, которые ты выучил, ускоренная перезарядка и сплотить войска. Угу. Вот, я скажу, что нужна ускоренная перезарядка, там, чтобы сплотить войска, нужно просто вот, кто-то из вас бежит, за лейтенантский мостик становится, угу. И когда надо, нажимаешь скилл, и все, собственно, и готово. Так, все, скилл. Вот, еще стрелять можете. Так, F6 какой-то, да, мне сейчас доступен? Ну да, да, да. У тебя там морда такая, ручья и пушка. О! Проявился корабль-призрак. Упс. Ну ничего, там откат. Чё ты сбоку мне зелёным появился? Ну, это Серёга пробахал. Так, смотри. F6 это чё? Блин, у меня на ноутбуке 15.6 диагональ маленький. Как ты говорил? F7 пушка нарисована, F6. Окей. Чё-то там даже не понимаю, что нарисовано. Рожа нарисована у тебя. Рущая такая. Руки такая. Я слышу, что ты говоришь, но если что, я у вас там в Дискорде. Ну, что-то типа, наверное, да, похоже. Короче, слушай, у тебя маленькая картинка этой панельки. Возьми в настройках, увеличь её. Если неудобно. Ну да, ты панель можешь увеличить. Серега, пойди Мастер ягод панель. Набери, пожалуйста. Пейсов на максимуме. Короче, нажми на G английскую, P русскую. У тебя откроются умения все. О! Ускоренная перезарядка, сплотить войска. Да, вот на виде на ускоренную перезарядку нажми F1, и у тебя она переназначится на F1. О, прикольно. И вот так вот сделай F1, F2, F3, F4, да, спаситель. Да, у меня только две доступны, остальные красненькие. Так ну, они потом, потому что смотри, аптечку тебе как бы, возьми вот это, в оружие, в руки. Выстрели. Да. И у тебя загорится активный ускоренная перезарядка. Желтый. Загорелось? Да, F4. Ну вот, и да. Вот выставляешь как бы все скиллы как бы на нужный. Аптечку вот будьте. Ох, ни хрена себе, он быстро перезарядился. Да. Всё. И вот это спасителя. Аптечку также возьми, у тебя загорится там другая кнопочка, если у тебя она выставлена. Да, а, аптечек взять. Точно. Да. Аптечки пойдем покажу. Там 10 аптечек возьми, только просто так не юзай его. Не, ну понятно, это понятно, это я помню. Так. Что-то мне не нравится такой расклад, если честно. Внизу, может, аптечку? Нет, там же где-то шмотки брал, только вот, с другой смотри. Стороны. Вот так, с вами, где ты там? Вот. А, вижу аптечки, да? Сколько штук? Посмотри, сколько там, пяток больше тебе не понадобится.
Ладно, опять возьму. Мне вот интересно, а боевая мощь только твоя будет? Ну, походу, да. Потому что, как я понял, они собрали брик, который не жалко утопить, всего с 8 пушками. И они их лишатся нафиг. Ну, вообще, молодцы. Ну да, у них по 6500 борта и все такое, 6600, зеленые. Серега, ты можешь ягод принести на корабль? Принес все, что нашел. Я? Не, на мишку сядь, а то у меня не прокачан уровень это сбора. Ну не сбора, а я не могу наживки не могу пока ездить. И давай отплываем тогда. Ладно. Я все равно я собирался новый боевой галеон себе делать. Так. Мы что, сливать едем его, что ли? Да, мы едем сливаться, потому что мы идем в один галеон и одну бригу. На усиленного, блин, кракена. Неплохо. Слушай, ну давай мы бригу возьмем. Это суицид. Не хочешь сразу нажать кнопку затопить корабль? Просто предлагали сегодня, ребята, надо взять, как бы, они возьмут. Все молчат. Леха, еще раз скажи, пожалуйста, на какую кнопку жать, чтобы там не появилось? Кто не сказал, что не надо ничего? Чтоб скиллы появились? Да. Г. П русская. Так они на простого, что ли, идут? Ну, сильно. Илюха, так. Я вижу, есть, кто может скинуть простого. Серег, ты ж не усилил последние два? Нет, я не усилил. Серег. Что? Прикинь, на Исландии 9 августа вайп на руме. На руме еще. Не понял, чего 9 августа? А, нет. Сентября, наверное. Ольга, Оля пишет. Сентября, 9 сентября. Оля, это которая... Ну, да, там на руме играем. А, на руме? Привет, у нас основная база там на... Ёпта. Подожди, что вайпают? В арке. На этом... На серваке, где мы... Это какая... Какую карту вайпают? Исланд. Исланд? А, нормально, у меня там базы нет. Исланд вайпает, Рагнарок вайпает. А, Рагнарок. 30 августа. Нахрена? А ну че, ебанутый? Потому что... Это Лёхша, который там... Админ. Насколько я помню. А, Саша, блядь. Саша. Который... Долбоклюй. Илюха, так чё, может нам на бриге пойти? У нас там сзади 12 пушек есть. Да вы пока её пригоните. Баггер могу активировать, он на мифических больших пушках. Взять с собой, но он правда так себе не готов, если чё. Так, сейчас. Просто на усиленного кракена нужно минимум 2 галеона и 2 шхуны, иначе это самоубийство. А у сильного кракена один галеон физически не успеет задамажить. Да. Даже если все будет идеально сделано, он просто не успеет. 2 галеона за 48 минут, за 47 минут убивали.
бриги, но заспавнится сейчас две волны этих галеонов, и бриги отлетят. Да, бриги отлетят моментально, их защищать надо. Но моя не отлетит. Ну, не знаю, если тебя зажмет 52-м галеона, отлетит. Нет, базара ноль, если они будут ходить по краю купола, то они не отлетят. Ну, а если им же надо бахать щупальцы, чтобы бахать щупальцы, им надо будет подставляться. Первого галеона, ой, первого кракена, да, согласен, там одна брига даже умудрялась сливать. Были бы у меня пушки, я бы на этой бриге пошел. Чадная. Типа он тебя крайне хочет выставить? Угу. Да, крутой чувак, да? То есть я пишу, нужны минимум такие-то корабли, он думает, он выставляет, что я обещал привезти столько кораблей. Кем? Вдвоем с Серегой? Как насчет предложения пойти покопать карты? Ну, возможно, сейчас по этим и займемся. Ну вот я бы не пошел, вот честно, вот, вот таким составом я бы не пошел. Не, я не хочу сливать галеон. Нехер таким составом идти. Да. Оно усиленного, так это капец. Нет, простого-то можно. Я гарантию, сколько у тебя пушек стоит? У меня... 7 справа, 7 слева, большие, сзади 6. Сколько? 1, 2, 3, 4 корабля. Ну, 4 корабля, да, еще, ладно. Ну, не, первого можно. Нужен галеон. О, еще призрак. Один. Если был бы еще один галеон нормальный, вот, тогда бы можно было 2 брига, 2 галеона. Еще что-то попробовать. А он не достанет? Не достанем. Мы на якорях. Я-то на белом. Не, мы на якоре просто стоим. Он, в принципе, по-моему, когда на якоре становишься, отстаёт. На офи, в принципе, когда белый якорь, ты ещё агрорежим. У вас, ты видишь, уже зелёный якорь. Угу. Там мы давно стоим. Ну, в течение 15 минут, что ли, поднимается? Я не знаю. Калму кто-то говорит. 10-15 минут. Ну, да. Вот еще одна пришла. Корабль. Тоже таранить, как и я, будет. Только другой вопрос. У вас получается галеон белый или как? Из обширных досок, в смысле? Галеон?
Да. Ну, из крафтовых, по-моему. Ну да, серые. Там не сильно. Он вкачан в дефенс. Нет, он выдержит. Этот галюн выдержит. Том, он просто физически не задамажит. Вот в чем прикол. Да. А на бриги, надеюсь, вот которые вот эти вот стоят, я вообще не верю, что... А бриги в дамаг или как? Бриги вообще без понятия. Там, походу, она даже не качанная серая. Это, а вообще по-хорошему, если типа делать, то во что вообще, получается, качают? Смотри, для чего качают. Ну, в смысле, если вот конкретно идти на Кракена. Лучше дэв. А дамаг нет, да? Ну, потому что если у тебя корабль утонет, то ты не надамажишь, а если не утонет, то как бы... Ты сможешь хоть что-то дамажить. Знаешь, еще прикол такой... Ну, что ты там будешь дамажить? В щупальцу так и так залпы, она улетает. Mm-hmm. А в Кракена, ну, блин, ты определенное хп снимаешь за фазу. Больше ты не снимешь, как ты крути. Физически. Там, если ты, допустим, 10% имеешь право снять до следующей волны, значит, ты больше не снимешь. Я понял. Там корабль в домах не нужен. Там пушки можно цветные какие-то поставить. Есть далеко в цепку. Так он у вас получается чисто фул в этот в дефенс получается, да? Этот? Нет, этот галеон 50 на 50. Дамаг на урон, да? Ой, тьфу, да, дамаг на хп получается. Понял. Да. У него прокачано 200 урона и 228 дефенс. Понял. Обычный мне как бы не помешает, но он мне не горит вообще никаким боком. Тем более пока у меня камней нет. Подлодка не особо не нужна. Я на ПВП ты не любитель или нет. Они что тут по КД, блин, маршрут? Да, ну, сейчас еще проплывем. Нет, уже следующего мы уже, наверное, не увидим. Чё на это вот на Кракене делают? Решают. Вот это кто из пиратов пишет про малоядер? Он вообще на Кракене был на Лутфильме? Он еще один плывет. А, ну еще успел он появиться, да. Не успел. Я только хотел стартануть в сторону базы. Сейчас он проплывет, я грибу угоняю. Ну просто, ну это фейл. Это, ну, да. Если корабли не сольется, то точно он точно не убьется. Просто он не убьется. Ну да. Вот что будет, если мы туда зайдем именно таким составом? Галеон не успеет оттанчить других галеонов, потому что их там будет до хрена, и они будут гоняться за бригами. Брига, чтобы не утонуть, будет пытаться свалить от галеона и не сможет дамажить щупальца и самого кракена. Это будет просто хоровод. И попадет такой момент, когда все попадут под заряд и просто улетят. Да, вот в прошлый раз мы так и попали. Потому что там рад просто. Короче, я погнал в бригу домой. Да, и там под
под щупальца, под молнии попадать вообще нельзя, это сразу. Под молнией тяжело выжить. Ну, под усиленной молнией вообще нереально выжить. Выживают, выживают. Много раз выживают. Ну... Ты чисто от молнии ты выживаешь. Пофигу, сколько у тебя хп, а там идет процентовое, теряешь. Не, усиленная молния больше бьет. Ну, она больше бьет, но процентово. И она больше это оглушение накидывает. Просто, да, вот, вот именно, она оглушение накидывает. Но суть-то в чем, я имею в виду, если ты получаешь чисто молнию, ты даже с 300 хп, ты уснешь и проснешься. У тебя будет там 20 хп. И также у тебя будет там... Не, от 200 у тебя будет 40 хп. Да, да, это... Это постоянно так было. Просто если пропадет шарик в корабль в это время, пока ты спишь, тогда ты труп. Нет, мы на прошлом краке не проверяли. Тот, у кого 100 хп, умирал. Тот, у кого больше 100 хп, выживал. Не в процентном соотношении там урон. А просто у нас 300 хп выживали люди. Не 100, а 120 хп. Ну вот да, там мы именно проверяли. Там урон не в процентах идет точно. Просто у нас человек зашел, я не помню, в чем он вкачан был, но у него хп не было прокачано. А только вот 20 хп. Ну, ну что, решили? Да, такой, что решили. Ребятки решили на халяву ходить. Да, и все, разбегаются все. Ну ладно. Вот же кто-то написал, что Галеон есть еще один. Вон Жанна. Жанна Бурвильте? Ага. Так, стоп. Это с борта... на борту не осталось ничего. Это я стартанул. Ну я сейчас в Б3 бригу брошу. Чё, когда будем клад копать? Так, наверное, сейчас и будем копать. Люха. Поворачивай вот это самое, не дому. У меня просто... нот здесь нет. Галеон, ничего нет у тебя. Нот. Ладно. А, ладно, тогда ты езжай куда хочешь. Вот. А я просто на свой галеон прыгнул, то пойду в детки. Обезьянку не потеряй. Короче говоря, смотри, Б3, слушай. Правый. Верхний угол острова. Там увидишь мой галеон. А я только для храбрости прикупил, а вы все разрушали. Храбрость? Храбрости, ну. Просто сборы были как бы ни о чем. Вот прям сегодня прям идем. Я тоже как-то вот что-то не совсем понял, как бы вот этого. Это завтра, что? Нет, в следующую субботу, не в эту. Я завтра работаю. Так, ну что, получается, не идем никуда? Получается. Ну, вот это да. Вещи раскладываю. Да. Поплавал. Ну, пообщались? Это, заходи, если что. Ага, заходи, если что, точно, точно. Так, это же не стоит, ты это самое, тоже не уходи пока. Чё там по этому, по вайпу? Да капец, я вот сейчас волей в Steam, с Олей в Steam не общаюсь. Этот мудак, блять, вайп собрался Исланд собрался вайпать. Рагнарок вайпать.
С учетом того, что он периодически то включает, то отключает там Exition или еще что-то. Вообще не понимаю, куда мне сейчас. У нас он миллионы ресурсов. Ну и куда их сейчас перетаскивать? Слышишь, Илюха? Так давай мы боевой галеон построим, но я не знаю, я в соло смогу на нем, если че. Тяжко тебе. Нет. Если в соло будешь, так не будешь брать как бы, и все. Если будет народ, как бы, то тогда вдвоем как бы уже проще будет. А ты просто построй, чтобы был. Окей. Ну я тогда как это, как ресы и планки соберу, я тогда маякну Илю, чтобы вас собрать его. Да, хорошо. Там как делать? Полностью борта зашивать этими? Ганпортами? Ну, так-то они тебе ничем не помешают, если они будут. Угу. Да, как бы, да, отличий вообще никаких. КП ресурсов. По сути. Так, короче, в сентябре, да, вайп сервака? Да, сейчас. Так, сейчас чат историю посмотрю. Ты, короче, это, зайди, ты же, у тебя же есть Дискорд. Да, 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 я уже захожу в ВК. Там в ВК, в Дискорде, позырь. И спроси, вот у нас большая база, как бы, ну он же знает там все дела. А я хочу с ним пообщаться уже в личном, блядь. Да, ну, только ты не в пятницу это делай, ладно? Нет, я это сделаю сегодня, и выскажу какой-то долбоёб. Блин, Руслан, ты сегодня это самое подгорячительным, как бы, и как бы это ни к чему хорошему не приведет. Я тоже, как бы, поэтому не особо говорю желание общаться, потому что я тоже могу высказать примерно то же самое, что ты хочешь. Человек просто обидится и нахрен пошли. Да. Ну вот. Поэтому. Я вспомню, сколько я в его сервак вдонатил, и пускай он обижается, да. Ну, блин, это, так сказать, не то. Такое, под деньгами трясти это последнее дело, мне кажется. Блин, ну знаешь, когда он тебе говорит, а я тебе все твоих основных два сервака вайпну. Это последнее или не последнее дело, Серег? Я говорю, не горячись пока. Обдумай, перевари как бы, и потом ну, это самое уже на более спокойную голову как бы решим делать, что делать и как поговорить, и что он нам как бы предложит, на куда переехать, чтобы нас не вайпнуло. Ну, чтобы как бы сохранить свои ресурсы хотя бы. Лучше спросите сначала причину, почему он собрался. Вот, Исланд вайпается 9 сентября, Рагнарок 30 сентября. Сентября? Да, сентября. Исланд 9 сентября, Рагнарок 30 сентября. Ну да, ну значит на Рагнарок не вариант переезжать. А но куда? На Экзитишн. А у нас там база-то как бы находится в таком месте, как бы, что там само все может вайпнуться в любой момент. Да, все само вайпнется на самом деле. Нет, но есть это... еще новая Волгуера. Новая карта ты имеешь в виду? Да. Баганая, перебаганная. Во-во, ее тут... Тут понимаешь еще в чем проблема? А, вот сейчас же вышла новая DLC. Да, еще не вышла. Которое, ну как, оно на стадии старта. И типа оно выходит 20 сентября. Значит, грубо говоря, в конце года, перед Новым годом, откроется новая карта, появится. Ну, в декабре оно же выходит, а не 20 сентября. Ой, 20 декабря, да. Декабря. Соответственно, ну 20 декабря нахер выйдет, она, видимо, выйдет все равно в начале. Мы уже проходили это неоднократно. Неважно. Смысл в том, что выйдет новая карта. Значит, Саша будет закрывать какую-то другую. Вопрос, какую он закроет? Вот, закроет он, скорее всего, Абер. Которую он уже закрывал. Надо выяснить, как бы, чтобы нам их переехать, как бы, куда переехать, чтобы, так сказать, и пятый раз не переехать.
Ну, получается, нам надо тогда сниматься на это, на экзишене с той точки и переезжать в другое место. А это еще опять, короче, либо нам в качестве, подожди, Руслан, либо нам в качестве компенсации как бы разрешают делать две базы, вот и все. А ну можно там как бы в подземном месте водная есть водные места, сказать, что это наша подводная база. Серег, вот знаешь, вот мне похеру, пусть он хоть мне 5 баз разрешит сделать. Это не изменит основной проблемы. 1,5 миллиона слитков. Это только слитков. Я понимаю. Мы их будем перетаскивать часов 5. Надо это и обсудить будет. Знаешь, про остальное я вообще молчу. Мы просто за это время физически, вот даже если мы будем круглосуточно с тобой вот сейчас вдвоем сюда и вот сейчас резко прыгнем и начнем куда-то перетаскивать на другой, может быть, до 9 мы перетащим. Серега тут? Алло. Серега, говорю, тут? Или он ушел? Да нет, тут был где-то. Он просто по картам то выпал в сторону моего корабля или что? Через сколько его ждать? Я вышел. А что мы стоим? Не стреляем. Вот Серега. А ты вообще где? Ты падла. Серега, наверное, не слышит Сайбермауса. Чего, чего? Ты на карте плывешь, нет, копать? Да, да, сейчас я. Люха тут если не утонет, то поплывем. О, у нас тут уж маляет. Да. А, какая-то плюшка маленькая. Вот и нет плюшки. А можно я за ней сплаваю, посмотри? Да, да, конечно, там надо за всеми сплавать. Короче, ладно, я пошел туда, поплыл к Маусу. Тебе еще раз повторить, где корабль стоит? Да я сейчас выплыву и туда повторю, сейчас пока нет. Пока я не выплыву, ничего. Серег, давай тогда тэпайся на Галеон. Пошли Мишку томить. Я тогда на дно сплаваю. Не надо на дно плавать, надо собрать все. Да так собрал. Подожди, там крюком, ящик крюком подобрать. Рабов уже, по-моему, тоже подобрать, а рабы нахер не нужны. Не нужны. Я полностью разгрузился, одежду все это по шкафам обратно разложу. То есть у меня в руках только моя голая жопа, поэтому... Еще бы найти этих 52-й галеон. Западаешься. Да ладно, я вон сейчас выплыву в Б2. И сразу найду и утону. Ты найди его и свищу. Я подбегу и напинаю его. Да я свищу обычно вон Илюхе, так он за 3-4 квадрата. Фигней мается. Бежит волк назад. На третий день уже плаваю, пытаюсь найти, нет ничего. Капец, конечно, подстава, блин. Жил вчера красиво, хорошо. Сегодня бац, никого же. Ёжик, ты заходишь? Ёжик. Да, да, сейчас зайду. Там уже близко, да? Кракен отменился. Вон скирт какой-то тут есть, вот плавает. А он на дно уйдет, если атаковать. Так. А это ты этого нашел. Парни, объясните мне со льдом вот эту фишку. Чё мне с ним делать? Куда его совать, чтобы мешки работали? В мешки. Лед надо в мешок совать, не в холодильник.
Нет. Холодильника тут нет. Ну этот, Icebox. В Icebox'е он хранится и создается. Вот твой еда. Это ящик для льда, это не холодильник. В ящике для льда он создается и хранится. А еще можно включить активный режим, будет охлаждать окружение. А в мешок, ага, если кладешь, то... Но мешки он не охлаждает, да? А если в мешок его кладешь, то он будет в 5 раз дольше... Это, сохранять продукты, короче. Да? Да, в отличие от соли, по-моему, в 5 раз. Если у меня в мешке и соль, и лед, то у тебя будет охлаждать лед, скорее всего, или то, что ты первым положишь. Но при этом сырое мясо будет засаливаться. Так, ладно, ребят, всем счастливо, поэтому с вами поговорим. Давай. Расскажешь по итогам, что вышло. Ну, не, Руслан, сегодня нереально не разговаривать. Я тихонечко и вежливо. Да, конечно. Тихонечко и вежливо. Завтра бьем базы нет. Завтра это Руслан в бане, базы нету вообще ни одной. Ну. Да блин. Ну и пошел он тогда. Ну ладно. Пожелайте удачи, всем счастливо. Так. У нас тут на корабле, оказывается, Тартуга Шима остался. Пусть будет, теперь будет жить у нас. Ну да. В рабство. Да, если окажется, у нас есть дилетина. Просто вылетел чувак с критом. Это уже никого. Вот, Илюха, короче, предлагаю тогда, если что, я тебе уже говорю, что объединиться, поможешь нам, если что, перейти? Ну, смотря когда. Ну, когда сможешь тогда. Ну, да. Можно будет. Мне ж там тоже с Рагнарка придется все повытаскивать. Не, ну, как бы заодно и объединимся. У вас там ПВЕ на арке? Да. А что за проект? Как называется? Рум 5. Мне просто этот проект нравится тем, что у него мод стоит на шмотке, возвращение шмотки. При смерти. Типа стимпанковская вот эта фигня? Ну, подобное. Да, просто это самое, встаешь на кровати, у тебя все нормально. Помнишь, да. Вот могилка, может, была такая фиговина? Ты ставишь могилку на базе, бежишь куда-то полной всякой фигни, умираешь, у тебя весь инвентарь в эту могилку перекидывается. Mm-hmm. Вот. Примерно так же, только ты как умер, так и встаешь в том, тем, что у тебя было. Такая казуальная казуальщина прям конкретно. Ну чё, Макс, давай корректирую, я выдвину. Тот же остров, где копали ту фиолетовую карту, только правый верх. То есть как бы верхний левый остров. Правильно? Да, на острове правый верх.
увидишь мой галеон. Подплывешь, скажешь, я тапнусь. Да, подплывешь, скажешь, я прыгну. Альтернативную казу. Я пока Бригу догоню. Ты наказан сегодня. Или во... А, ну ладно. Не хочешь, баян, не надо. Наказание это... практично. Баян, как там мы миллион найдем? Как-то идти сам могу выпустить. Под баяном. Смотри, вот давай распротивничество. Если с баяном, то у нас будет двое. Вот. Соответственно, квад будет делиться на троих. Тебе это надо? Без баяна у тебя будет. Опыт не делится. Нет, опыт да, не делится. Мне нужен только опыт. Опыта больше с баяном. На мою сущность на чертежи, так мне что вдвоем, что втроем. У меня один, что пойдет шла. Ну да, ну нет, надо, конечно, иметь определенный коэффициент везучести, чтобы вы как бы получить три принта серпа. За один раз, как бы, да, это да. Ну, у Усмана примерно такой же, который с нами был-то, у него примерно такой же коэффициент. Голда мне особо не нужна. Я не горю желанием миллионы голды иметь. Ну, как так, как ты. Сам не знаешь, сколько будешь играть, поэтому, наверное... Ну, это просто, я вот, по крайней мере, собираюсь играть. Пока не надоест. Даже когда тебе надоест, я потом приду и снова поиграю. Не, знаешь, надоест, в принципе, тут тяжело надоесть, да, тут контент ты сам для себя устраиваешь. Как хочешь. Ну да. Тут много чего можно придумать. Вопрос в том, что реальность позволит или нет. А в целом другой разговор. Ну да. Не, ну как бы базу-то поддерживать я буду. И по планке в день я могу делать. На галеон потом мифически. А когда не успею, две буду делать. Да ладно, я так выгораю. Я бы сейчас тоже на какой-нибудь цветной кораблик мог себе уже насобирать ресов. Просто не вижу смысла, потому что я его скрафтить не смогу. Почему? Ну так как бы вот принты такие попадутся рано или поздно. Ты вот сейчас только что заявил, как бы мне кроме опыта ничего не надо. Я говорю, вот опыта и принтов, но так как на принты я вижу себя очень сильно. Выключи нафиг эту музыку. Она у тебя постоянно играет. Чего? Это у него с колонок. Выключи ее нафиг, она у тебя постоянно играет. Сандерс. Ау. Да. Через стримлаб? Че через стримлаб? Ну, стримишь. Через OBS. А, через OBS Studio? Ага. Я думал, я уже все настроил, потом стримлабс попал мне под этот, под руку. Я уже не думал перенастраивать, сидеть. Ну, я вот сегодня поставил стримлаб и попробовал сегодня. Че, лучше? Ну, там плюшек больше, я видел эту фишку. Тебе сколько еще до острова идти? Там сцены готовые есть. Алло. Угу, я знаю. Музыка, пушки стреляют, на меня напали. Утонул. Так, а лишь правый и верхний, да, угол, то есть он сверху с севера зайти. О,
Кто это тут у нас шкандыбает? Ёлки-палки. Сейчас затараню. Ну давай. Да что-то я тебя крутану немного, да и все. Что-то я не понял. Че? Где моя теплая одежда? Перли. Кто там у тебя в пустыне в теплой одежде лазил? Вчера, короче, прошли стиксы. Походу, мою теплую одежду Серега взял. У нас было 3 комплекта, я ее последний раз ложил. Нет, там 2 комплекта было. Нет, один на мне лежит, один на Сандерсе. На Сандерсе так, снимал. Вот здесь вот я в ящик себе ложил комплект одежды теплой. 2 комплекта. Вот, вот здесь было. Вот лежал. 2 комплекта там было. У тебя обычные паруса не крафтил. Ты когда крафтил дома, ты мне давал комплект теплой одежды. И куда ты его выложил? Я ложил его в ящик еще тогда, ну, какой? 2-3 В этот, видимо. Один теплый комплект, в котором ты вчера бегал. Второй, который он выложил, я его нацепил на вчера, потому что там ничего не было. А третий где? А как? Ты сколько там загрузки? Я видел 2, а не 3. Я себе не делал этот комплект. Чуть больше половины. Подожди, когда я просил, кто-то делал 3 комплекта теплой одежды. Ай, ладно, короче, все. Забирай. Меня там снимите. Да я сейчас скрафчу, Забей. Я уже крафчу, одень тот комплект. Вот проплыл опять по диагонали, по квадрату, блин. Не по диагонали, конечно, но дичь по квадрату проплыл, и нету русалки. Одну сегодня встретил, и так. Толку нету от нее. Ну, что очень нравится. Страшненькие, да. Маленькие, щупленькие. Вот они тебя и не любят. Тебе сколько плыть до острова? Я уже у острова. Так а что, ёжик, ты не зайдёшь? Я тут не особо рискую. Ёжик. Галеон. К галеону подплывёшь, скажешь? По-моему, мы сейчас проверим, насколько это, кто кого повернет. Да нет, я маневрировал на этот платформ. А что, хочешь проверить, я могу. Мне-то развернуться недолго, тебе потом долго разворачиваться. Да я не думаю, что ты меня сильно так старанно... Хочешь проверить? Ну давай. Промазал маленько. Тебе на сколько? На 360 крутануло? А это я сам доворачивать начал. Я маленько, видишь. Надо было еще чуть-чуть подождать. Еще дальше в жопу. Это почти в середину борта врезался. Попадаешь в последние планки жопы. И все, и тебя просто крутануло бы на 180 почти. Вот что вообще нереально на самом-то деле. Ты бы такой галеон просто цепанулся и отлетел бы. По факту. Ну все время. В реальности, то галеон пригодно по сравнению с настоящим галеоном. Намного меньше. Ёжик, ты меня слышишь?
что? Что? Шорты с капюшоном, что? Шорты. Мы медведя идем искать или нет? Нет. Ты не с нами, ты против нас? Да, я против вас сегодня. Все, я понял. Серега, садись тогда на медведя. Через 5-10 минут меня украдут. Понятно. Сейчас все. Медведи убьете, и опять... Бля, хочется дойти в расписку. Так вчера так зафейли. Прошли там босса, нашли, представляешь? Прошли босса. Я, значит, мякнулся, разбился, умер. На бомбе взорвалась. И весь уровень по новой. 4 этапа. Бабушка, бабушка, да что с ночи сидели вчера? Да я видел. Блин. Такой просто мега фейл. Просто брякни с сапы, чтобы умереть и пойти все по новой. Медведи надо какую-нибудь живку подобрее, чем наши медведи. Хоть, блин, начать. Чтоб он это все зафармить. Там уже мифические эти йети ходят. Они ж мне вчера медведи, значит, еще вдвоем почти убили. Суболки бегают, еще какая-то хрень там. Сандерс, ты бы это название стрима сменил, что ли? Да, надо. А чё ты там мешанину тегов такую выставил? Чего? Мешанину тегов такую выставил, у тебя игра не определена. Чё, да, это... Я, кстати, ничего не выставлял, я сам видел с этими тегами фигню эту. Черепаха-то далеко от твоего галеона. Ну, у тебя выставлено Games плюс Demos. Ну да, и все. Ну, а у меня выставлено Atlas, и у меня... я в категории Atlas. Я не нашел категории Атлас. А, тебя не найдут, поэтому... Ты просто набрал Атлас? Да. Ты ж видишь, у меня на стриме это именно значок Атласа. Так я ничего не понимаю, я уже весь остров сверху обошел. Ничего не понимаю. Там еще игра выбирается и тебя закидывает в категорию. Сейчас скажу точно. Нажимаешь редактировать непосредственно под видосом. Категория. Пишешь Atlas. И там тебе выбрать можно будет именно Atlas, ну, игру. Ярлычок. Все. И у тебя выбирается категория Atlas. Так, я тогда вставляю все тут на следующий поход.
Ну, как сказать? Попытка похода на него была. Точнее, попытка сборов для похода. Ну, удачи. И чё, выпуливаемся или чё? Ну, обычно вы убьёте так. Главное, под электрический щуп попадаться. А, слушай, Люка, ну, короче, прыгаем, мы тут это уже подошли. Пока что-то я с баянами нигде не схожу, есть ли на всех баянах, вот чё. На усиленного кракена вам понадобится 2 галеона и 2 бриги минимум. По-хорошему 3 галеона и более 2 бриг. А, на всех. Потому что на усиленном появляются галеоны проклятых. Мало что тут опасности нету. Так. Че, где баян? Все у меня сейчас, да. Угу. Короче, ноты и это гармошка твоя у тебя. Угу. Да вижу, я вижу тебя. Чё там, никого нету, если чё, бери медведя, но на этом сыграем на... Там не то, что галик, не в этом дело, то, что это галик. Дело в том, что там галеонов будет штук 10 до 52 уровня галеоны. И там необычные даунеды. 52-й даунед просто в море. Это совершенно другой 52-й даунед у кракена. У кракена он толще будет. Чё, Карвин, ты не совсем понял. И урона, по-моему, по тому даунеду меньше будет. Ну, это на усиленном, как бы. Если есть скидки, то я не уверен. Нет, скидки, нет, все пропили. На обычном кракене там бриги плавают, там не страшно. Обычному кракену можно пройти в один галеон и шхуну. На, я тебе другой дам, потом... Потом вернешь этот... А чё ты сразу за это самое забоялся-то? Я же пошутил. Иди возьми, чё ты? В 12 человек в одном трайбе, да, нереально. Ты без... А, ну тебе медведя качать. Давай, Илюха, играй, короче, без медведя. Если у вас будет 12 человек, хотя бы половина в разных трайбах. Подожди, сейчас я ему гармошку еще, да? То вы осилите. Там просто гранатами закидывать надо, чтобы... Ну ты помнишь, что с гармошкой надо делать? Ничего объяснять не надо.
Так, и... XP. В оркестре баф дольше длится и множитель больше. Да, ставь ты гармошку себе, дари. Бума на корабле всегда. Кстати, на опыт зря начал прыгать, вылетел из оркестра. Баф меньше. Ну, мышки, да. Я кто? Мальчик? Да. Что, то есть нам на опыт как бы меньше дало, да? Маус, у тебя есть баф на этот, на опыт? Да, X2 опыт при красных нотах. А золото 1.25, по-моему, или 1.3. 1.3. Вот за то, что мы сыграли втроем, 1.34 и 4000 секунд. Нет, я не понял. Маус накосячил, поэтому нам будет меньше сейчас. А у него вообще нету. Не знаю. У него, возможно, есть, но множитель меньше теперь у нас. Ну да, он X2, но сейчас у меня X205. А если бы мы втроем сыграли, если бы Маус не стал прыгать, у нас был бы X2 и 1. А так у нас X205, то есть считается, что мы вдвоем эти ноты сыграли. Мы вычтем из захвата, чё? Давай, свасть там, хватит по тиграм мочить. На здоровье. Тигр. Где-то есть экселевская табличка, по-моему, с описанием нот в каких-то капитанских логах. И, вот, и там все множители расписаны. Время, иксы, там все есть. А программы нет, чтобы это самое играло за нас? Люха, давай подгребай на изъезде. Ты того загнал? Нет, блин, вылез. Сейчас вылез. Я не знаю. Маус, сколько это карта? Quality. Три,
Все. Копай. Мы же потому ноты играли. Ну да, не в броне. Каменная кирка. Такая же хрень. Кожаные ботинки. Ну, кстати, неплохие. Если ты хочешь много перетягивать вес X30. А вот мешавые на 14. У меня на 11 кожаные. А, у меня меховые. У меня кожаные ботинки на 8,4 интеллекта. Но они же на X30 веса. Блин, вот если кислород есть на X55, то любовные шмотки должны быть на интеллект X50. Не факт. То есть шмотки на X50. Надо разработчику отрубить ноги, если не факт. Это как бы надо полным идиотом быть, чтобы делать на кислород X55, а на инту так X28. Серег, ты медведя слил, да? Медведя я не слил. А. Ну я заспавнил новых. Просто я там был двух загрел, Йети, а в итоге пришло 8 на слона на твоего. Да, я так и понял. А там слон еще не бился, наверное. Найди в этом ящике. В зиме где-то, походу, взял. Ну, в Е5 они вылазят. Медведей там пытаемся приручить. В Е5? В А5. В А5 есть Йети? Да. На этом острове... Причем куча. И на острове, и на сосиске. Чего? Да, на синий пошли. На длинный остров. Пока баф есть, там все синие карты. На остров, на сосиску пошли. Да, на тот. Остров на сосиску похож? Да. В А5? В Е3. Ой, опять Е3. С Маусом клады копали. Альянс чат, смотри. Маус, ну что, на сосиску идем? Ну, он спрашивал, на синьку идем. У него просто еще синяя карта где-то есть, на другой. Я хочу подойти там к этому аппендиксу, посмотреть, там у нас нагородки были, там пропали или не пропали.
чтобы что, карту попасть. Поздравляю. Так, а у тебя тут секстант. Как иначе? Не знаю, должен быть где-нибудь. Хочешь, можешь сделать. Вон, ребята, три, ё-моё. Ёлочка сделала на этом стоит. Забавно. За это ткацкий станок, по-моему, был. Приплыли, Илюха. Чё? А, молодец. Разворачивайся. Надо было мне посмотреть эту площадку дурацкую. Тормози! Начальник. Уходи правее, правее, прямо на рифы идешь. Лёха, ты бахнулся с экраном? Ну чё, доставай за шкула, потому что у меня нет. Это я с тобой согласен, что сам не сел. Да, мой самый нелюбимый. Тот, к которому мы плывем, такой же. Не-не-не, вот если ты вот с этой стороны, вот мы сверху сосиски этой подойдем, там нормально можно подойти. Там придется по всему острову бегать. Мне это пофиг. Лучше пашу перейти. Право.
тоже поосторожнее, как бы здесь есть, да. Неприятно. Но вот сверху и с левой стороны там как бы поглубже вот есть. Медведи побольше возьмем. Зачем? Золото дофига будет, не уйдем все на дом. А, ну давай вот так. Я, короче, взял трех как бы. Ну вот, спустя. Чтобы корабль не расшибил. Чтобы битву не понять. Так понял, тоже притурочку, камешку. Девочку себе посвистел, где? Эти на дереве, что ли?
Байк сейчас уже нашли. Так, мифическая лопата, мифические железные ботинки. Ну и все. Синий щит деревянный и синяя кирка. Железный и кожаный. Блин, что пока мишек выше 32-го даже не видно. Всех выловил, а потом еще там приходил у нас из Альянса, не всех, которые там вообще приходили. Не, так я же их убиваю. А вы-то у нас вообще мишек не брали еще? Нет. Чего? Блин, подожди, Серег, подожди, я из этого... Йети, не слышу тебя. Сейчас, секунду.
говори, Серег. Я буду запарить искать. Дам я вам пару хороших душу. Я ж хочу разводить. Так и разведешь. Ну, с теми хоть нормально вы будете на ну. То есть, чувствуй себя в безопасности, уходите, никак не по сливаться. Поедете их задолбите, а там уже идеальных найдете на свой вкус. Ну, будем проплывать, зайдем к тебе на остров. Еще карты надо у тебя забрать сегодня. Не сегодня, у меня как бы только эти мишки появились. Карты говорю. Карты, да. Мишки как бы я вот только плохо сделал, как бы там версия 1.0, у них будет 800. Ну конечно, не надо было принять на карету. Мифическая удочка. Серег, я отойду на 3 минуты. Ты там далеко от корабля? Да. Я, короче, берег тут зачистил, сейчас пока поспавнятся. Сейчас я 3 минуты отойду. Идите, ройте, сэр, куда вы делись? Чертежный карабин 118% фиолетовый. 118%? Мощно. По-моему, он от нас пытается свалить. Мне тоже так кажется. Последние секунды карты? А, баф? У нас еще 2000 секунд. А, баф открытия. Ну тогда да, тогда да. Хитрый какой он тут качает. Мы-то откуда знаем? Ты хоть бы отписал, что тебе баф открытия и все такое. Получил повышенный опыт, бегал. Ну что, говорю, куда он тут? Все, карты закончились тут? Не, еще есть. Не, имею в виду на этом острове. Еще есть у него, нет.
Так, у меня один медведь забит. Как ты соберёшь... Да, у меня тоже. Собирать ты соберёшь, как бы, если чё, блин, ну, мы дадим тебе шмот покрафтить. На интеллект, где там чуть-чуть побольше. Так, ну всё, на корабль тогда. Чё? Нет, не на корабль ещё, но ещё есть. Знаю две карты на этот остров. Давай, если бабло не можешь увезти, давай я помогу. Он-то поможет. А давай отойдем, когда тут есть, ни хрена не видно. А, то есть у тебя все, я думал, у тебя еще одна или две карты? Не, у него на этом острове закончили. Теперь на центральном осталось. Ну все там, все. А ты, Илюха, видел мишек, которые родились? Не, не смотрел. Но я видел их там кучу на, там, на пристани, но не смотрел. Еще я не смотрел. Ой, я карту на Е3 нашел. Серега голду спер. Ну и чё, да, ну, ну имеется, бывает, да. Чё хотел-то? Имеется гаудишка, а что? Что, что, что? Серега, тебя спасать? Да, да, я сдох там. Кто-то не взял, кто-то не.
А ты какого медведя хочешь найти? Ну, 40 плюс. Я максимум 35-го находил. Я тоже 34-го только находил. Слушайте. Если вы так хотите найти медведя, вы где сейчас, где у вас корабль стоит у острова? Можете меня снять? У нижней части. Вот. А это плохо, потому что там нет ни хрена. Вот видите, правый, как бы, верхний полукруг. Там как бы полукруг, там вот этот залив такой врезан. Ну? Вот. В этом большая достаточно площадка есть, и на этой площадке ходит до хрена медведей, ну и до хрена... Так мы здесь вроде. Ты сказал нижняя часть. Ну, справа нижняя часть мы. Здесь справа большая площадка, кучка томилок разных. Ну, а лучше всего вверх. Сверху, там как бы озеро замерзшее есть. Ну, ну не знаю, я там как бы ловил, и там до хрена они как бы, их вообще много спавнится, вот, и как бы намного удобнее там это всем этим заниматься. Попробуйте кто-нибудь сгоняйте туда, внизу там по-моему, да, там тоже большая площадка, но там мало медведей и все такое. Ну тут 7-8 медведей ходит вот по кругу. Да, ну, там может столько же, ну вот я сверху как бы ловил. И всех, кого я знаю, как бы ловили там. И были хорошие результаты. Хорошо, пробуйте там. И я там. Пошли, Серег, пошли. Вдвоем пройдемся туда. Смотри. Так, сейчас я это на ухо. Маус. Короче, вот если смотреть снизу острова есть такая как бы синяя выемка. Вот там, по-моему, как бы, ну мы на брегах туда подходили, на горизонт. Ух ты, ё-моё, там три йети. Если прямо вот как бы туда подходить, то можно вот, как бы, достаточно близко подойти. Не помню про галеон. Но, по-моему, там достаточно глубоко, что можно пройти на галеон. Правильно ли это? Чего? Про подход к этому острову, на котором мы подняли зеленый камень. Там выемка, там же галеон должен вроде подойти. Только надо идти не вот сразу на эскосок, как мы стоим, а именно как бы снизу. Ну там два варианта, либо справа зайти и вниз острова заплыть, либо вот, да, выемка, очень вот медленно кочевряжется снизу. Мы проплывем как бы по морю, как бы, и вот как бы в синюю эту выемку сверху или сверху просто. Сверху вообще не вариант заходить. Вот снизу, где мы видели пещеру, там пещера заодно. Покажем тебе пещеру. Пещера снизу заплыть. Вот, где пещера снизу, туда и подходить. Других вариантов, как бы, я вот не вижу, чтобы более-менее попасть туда, на остров. А где там карта? А там посредине она. Тогда не вариант. Посредине правой части. Да почему не вариант? Если мы возьмем кошки, патроны и винтовки, мы циклопов отстреляем. Просто им как бы залезем, как бы пойдем пешком, залезем на какую-нибудь скалу и просто циклопа подстреляем потихонечку по башке. И понятно, что мы там без бафов пойдем, как бы, но тем не менее вариант таких. Ну, это операция, потеря времени, пробы, ошибки и все такое. Кто не хочет, может не участвовать. Я не хочу. Не, если карта в центре C3, я смотрю удочку. Я в тот остров чихпыхал. Пошли, он Маус к нам подошел. Пошли он это. Посмотрим карты.
Сандерс, я отойду, я это, меня голодным убьют. Это, ты до корабля добежишь? Да. Хорошо, давай, давай. Сейчас у меня. Сейчас великую гляну. И дам тебе. Ну да, места такие как бы. Ну, желтые уже навряд ли. Хотя. Да, они одинаковые, то есть практически. Желтая прям по центру, это не вариант. Фиолетовая, ну. А ты хочешь попробовать, а сам потрясти стариной? Не, я на эти карты не пойду. Пень. Там львы и эти. Циклопы. Забирай. В этом месте лазит куча. Не, ну мельт это мельт, и саму тут пещину надо камень затаскивать. Вот паразит взял, выкинул. А за то, что ты выкинуть, я не буду показывать пещину. Блин, Йетти 44-й заспавнился. Что, показать тебе пещеру Маус? Коль ты уже вытянул как. Ну, чтобы ты знал, как бы, и потом. Там она, в принципе, не очень сложно, но найти ее не очень удобно. Говори, показать, покажу. Не показывать, не покажу. Я, ребят, кстати, недавно туда водил, на эту пещеру. Чё, Илюк, говоришь? Недавно, ребят, водил к этой пещере. Да, ну если так скрины, ну, есть. Если есть скрин, как бы, то смотри, без проблем. Сейчас у тебя есть воочию шанс посмотреть, как будет проходить. Грин. Не, ну он-то на офи был в этой пещере. Он говорит, просто скрин есть, а не факт, что он там был. Пошли, Йети вот этого убьем. Ну, орден святого. Так это понятно, я почему говорю, я тоже так же был, как бы, и тоже вот много вечера, главное, нет, не помню. Это я тебе предложу показать, посмотреть. Там галеон чей-то стоит напротив это, пещеры. Прохода к пещере, точнее. Надо, кстати, вот надо как у Мауса переделать. Все тоже это галеон. Чего говоришь? Как у Мауса, это самое напомнение, стеночку не заделал. А, кстати, Сандерс едет носорогу, что начал? Чё, носорог? Носорогов начал выводить. О, классно. Тебе в чём-то там помощь нужна?
пока еще, так сказать, не сошли статы, как бы получился первый самый плохой, какой он мог. Первый блин комом? Хотите, если по... можете пригонять в это, ну, в явце. Сейчас скажу. В D3, короче. Я их выращиваю. Типа первых мелких забрать? Нет, не первых мелких. Первых мелких, как бы, которого мелкого этим вам могу с это... со своей базы даже отдать. С нашей B1, как бы, для... А если хотите, ну, то есть, сами вырастить и... это... с привязкой, то приходите в D3 на большой остров, там 81 самый большой остров. Там внизу, как бы, постройте себе, ну, домик там. Ну, рядом с нами, мы же в альянсе, то есть рядом можно строиться. И там замутить. А ты куда погнал? Я наверное, погнал. Не сегодня, завтра тогда подойдем и там построимся. Ладно, говорю, что пишите. Я погнал в Т3 обратно, откуда пришел вообще. Там им надо костры или что-то ставить? Короче, надо всех такая, что им ночью холод. То есть до 10% их придется поджаривать. Другой более-менее климат, который... А, просто спасибо, хорошо. А, слушай, Сан, стой. Ты сейчас куда идешь? Сейчас, Маус, ты куда сейчас идешь? Ты как бы хорошо это спросил. B1, слушай, захвати, возьми у меня карты, я Галеон не поведу, а мы с тобой сейчас пересечемся, и я эти карты отдам, а в B1, как бы, или в B2, там уже можем вместе встретить, чтоб мне не гонять Галеон. А, потерялись уже немножко. Что, пошли, Серег, вниз? Да я тут уже бывал. Там ничего нет. Так, а вас там сейчас двое, да? Ёжик ушел. Угу. Ты что, доходил, что? В нижней границе встретимся туда. Ты не перешел еще границу? Квадрат. Ну, вот я сейчас как бы до границы дойду и там где-нибудь встретимся. Просто я мог бы сейчас вам еще 4 камушка сделать. Да ладно. Че, да ладно? Ты ключей набил? Или ты пойдешь типа за Мифосом? Нет, я с вами бы мог туда отправиться. Набить ключи. Пока время есть. Мы же уже в понедельник, как договорились, мы просто этими мишками тут заморочились. Ну да, занимайтесь мишками тогда уже. Да и ёжик там в стикса рубится с девочкой. Да, вот я ж про то же. Ты на лестницах решил сэкономить?
ходят тут всякие. Если что, туда тоже подгоняй, там откроем. А сегодня успеешь? Я люблю, блин, что песенку сыграл. Бей сзади меня, который. Хочешь, я могу показать, где носорогов выращивали. Вдруг носорогов хочешь вырасти. Рядом базу построишь, хотя бы кровать. И ты, в принципе, в том направлении идешь. Вроде как, а может быть, да. Я что-то пока не помню. Бля, Серега. Сейчас хотя бы стамину восстановлю. Я. Ну ладно, не заморачивай, занимайся. Илюха, Сексан, ты куда сунул? Там же, где взял, по-моему. Или верстак. Вообще они у тебя в кожевной мастерской лежали. Всегда что-нибудь где-нибудь не там лежит, где надо. Просто спросил. Заберешь вещи, я сейчас сдохну. Да, да, заберу. Ты от еды, что ли? Да. Я пока отойду минут на 10. Да, хорошо. Чуть у тебя пустой стрим? А, Сандерс? Чё? Чё у тебя пустой стрим? В смысле пустой? Ну, ты в эфире, но у тебя заставка. Блин! Ай, чёрт! Я забыл переключиться. Прикинь, 1000 баксов. Просто... не заработал. Чек, которого вот 1000 баксов, на то, как тебе уже. Баксы достал. Пиздец, как не ветер, там в тему. Что-то стал, вот вспомнил.
Маус, где твои любимые дожди? Пофиг даже с вихрями. Я не... У тебя, кстати, так и не выбран этот... Атлас? Категория, да. Я выбрал, не знаю. Нет, категория Games плюс Demos. Окей, спасибо. Я сейчас медведь сдохнет. Не сдохнет. Кстати, у тебя обрезан этот экран сверху. В смысле обрезан? Ну вот ХП мишки уже не видно на стриме. И нормально, я специально спрятал. Зачем? Чтобы не видели, что я читер. Ну как заказывал? Что ты читер, сейчас сдохнешь на своем медведе? Такой себе читер, да? Как заказывал вихрь. Видал, Илюха, какой читак? Чё? Медведя, 3 хп осталось. Сейчас ты вас оливаешь. Это у вас все еще дети, как минимум. Домашние медведи. Ну, точнее, подарки. Вы их там, что ли, ушатываете? А, Сандерс. Ща, подожди, не могу кнопку нажать. Он на сдыхающем медведе текает от йети. Давай, жми, жми. Беги, Лола, беги. Кстати, крабы берут йети в лапы. Да, и кидает их. Фух. Текстуры. Вроде оторвался. Ты его как добил, пользовал этот 9-й скилл? Знаете, конечно. Все полупрошники крабы. Крабов. Грузили там по миллиарду гранат и прыгали. На 60 фундаментов вверх. Да, Маус? Скажи, что это было еще. Странный день. Ветер опять сейчас. Да чё за говнюха, а?
зато тут вихрь. Почему у меня сразу два вихря? Вот. Непонятно. Только что пережил вихрь и снова захожу в квадрат и снова. С этой погодой вообще как-то все там напутано. Циклон вроде должен двигаться в сторону ветра, а он иногда двигается против ветра. Циклон появляется только возле корабля. Нет, я имею в виду, вот типа ты попадаешь в шторм, и у тебя ветер, допустим, слева направо, да? Ты заходишь в квадрат слева, у тебя опять там начинается шторм. Ну вот, закончился в правом квадрате шторм. И слева... Не работает. Ну я же говорю, вот это бы сделали бы. Тут же... И было бы прикольно, если бы тут можно было там погоду смотреть. Ты бы выбирал более-менее маршрут точный. Может быть, когда-нибудь вместе с Таро ведут. Магию же ведут. Может, призыв шторма какой-нибудь сделают. Что, ты медведя не нашел? Не-а. Сейчас домой бегу. Едьте, уже два раза 40 плюс попадали. Ты же в квестовом квадрате. А медведи выше 36-го не попадаются. А вы дошли на той точке, которая нам предлагала? Да, да. Вон, приручи Сереге первого уровня медведя, если найдешь. Да ладно, не надо, я у нас уже двух нашел, и уже я нашел того, кого мне понравилось. Первого уровня? Да он не найдет там первого. Да, первого. Нафига первого уровня? А, это игры, ты хочешь уровень скинуть им всем? Не всем, но да. Ну, я понял, типа, поколению скинуть уровень. Вот, твой друг появился, Маус. Вот это мега бизнесмен. Видимо, шифровка на перевод денег. Да не, нашел уже прикольного медведя первого уровня, по цвету. А, ты под цвет? Нет, я не по цвету искал, по идее, просто попался, вообще прикольно. Мне очень понравилось. Черный с продресом. Черный с продреском? С продресью. Ну, я же говорю. А там еще у нас как бы, если с нашими скрестить, у него там в одном месте как бы не черное, а когда с нашими скрестишь, если цвет перейдет, то он полностью черный будет, у него такие полоски рыжие. Прикольно.
Ты-то можешь вообще воочию это посмотреть. Блин, Альфа-Йети, ё-моё. Наслаждайся. Это вы опять на левом острове? А, Люк, слушай. Мы там, куда ты нам сказал приплыть. Ну, левый остров. Да, левый не... Я там Йети ни разу не встречал. Чё, Серёг? Подожди, какой ты... Куда ты им сказал приплыть? Ты левый... Правый, нижний? Левый, левый нижний. Ну, опять левый, нижний, там постоянно Йети, будем с Альфа. Ну, я не встречал. Нифига себе! Это, блин, я не знаю, что тут случилось, что ты их не встречал. Ну, мы лазим, геноцид там, у кого-то был, их выбили просто. Я не мы знаю, там лазили по всему острову, что? Сокровища искали, ни разу на Йети не наткнулись. Блин, Илья, мы с тобой там неоднократно на крабах Йети как бы доубили, тут в стриме еще был. Это в Е5 мы делали. Опять. Опять мы на крабах вообще ни разу не прыгали. Прыгали. Там на том острове Йети как бы с медведями его танцуют. Там мы еще с тобой не в Е5, а в А5 мы с тобой залазили еще. С крабом ты прыгал как бы, я не смог запрыгнуть, а ты на место нашел, откуда смог запрыгнуть. Это так, Е5, это верхний А5. Остров. Теперь я на крабах за закладами прыгал только в Е5. А5. Вот взять за ручку и отвести туда. То место, где ты прыгал. Это А5. Ух ты, 38-го у нас. Стопудово он так же, как 45-й где-то на скале застрял вот сейчас. И из-за этого не спавнится типа 40-й уровень. Где анонс от раздрабов о стриме? А что, они анонсировали стрим? Они обещали к концу месяца анонсировать... Точнее, они обещали анонсировать стрим, который пройдет в конце месяца. Они же не сказали, какого месяца. Не, просто они в конце месяца анонсируют, что стрим будет через месяц. Че говоришь, Серег? У нас два верблюда было. Да, два. Последний дневник капитана, 8 августа. В отпуск ушли, подзабили. Но они каждую неделю до этого спавнили их. Да, был момент, когда они через день делали дневник капитана. В мае, кажется. А тут уже почти... Три недели прошло.
последнего дневника капитана, где они обещали объявить о стриме. Но они же обещали, они же не должны ничего. Да. С другой стороны, они молодцы, что перестали это даты называть. Научились на своих ошибках. Ну, мне кажется, после такого количества поноса любой новый. Да. То есть они январь, февраль, с февраля месяца. До когда они там, короче? Март, апрель, май. Июнь. 4 месяца, короче, они учились на ошибках, да? Нет, они учились несколько лет, наверное. Потому что они как бы там уже... А, еще Сарка, да-да-да. Да, часть же производителей. Видимо, другая часть не поверила им. Да ладно, у нас все прокатит. Нет. Да, я помню, как они майское обновление выкатить говорили. Оно, кажется, февральским сначала должно было быть, да? Февральское обновление, да. В конце апреля, почти 1 мая. Угу. А, скорее всего, я тоже предполагаю, что был замес, потому что кто-то ушел. Варк. Ой, вот этот Варк. Кто-то уходил еще там, где это ковбойская эта игра, там же тоже они замешаны. Да, по сути, там может три разраба сидит всего. Да не, я думаю, там какой-то больше, тем не менее. Да ну, штат никто же не знает. Надо сейчас их этот Discord сервер проверить, что когда у них на Дискорде последние сообщения были. Не, на Дискорде у них там кто-то отписывает постоянно. Вроде все, Серёг.
Сто их там разгрузить надо, Серег. Мне Селин пишет, короче, Миша, которых мы дали, у него сразу две мутации пришло. Забавно. На 735 и 158. Ну а было у них там 6, меньше 600. Чем? Лена, привет. Она не слышит. Ну ладно, ты лично передашь. Пусть не сплошь. Серега, можешь пока обойти остров? Давай попробуем с верхней стороны. О, что ты это? Левитируешь в воздухе. Кажется, с тобой что-то... О! Сможешь кораблем обойти остров, Серега? Да. Давай попробуем сверху на него зайти. Там посмотрим. Стой, стой, 44-й Мишка, тормози, швартуйся. Так, на берегу вижу структуры. Все, пока подползи там жопой кораблем к берегу. Сейчас я суициднусь быстро.
Блин, а где все фундаменты? Да там есть какие-то фундаменты. Да там только перекрытие. Сколько на мишку надо? 4 на 4, да? 16 штучек. Ух ты, у нас на корабле это закончилось. Солома. Там на берегу томилка 2 на 2 стоит. Это тоже чужая мышь, из нее потом не вытащим его. Я вообще говорю, что 2 на 2 можно. Не вылезет? Не знаю, но стоит же на томилке. Думаю, что они там волка томили. Добрый вечер. Здорово, Гриф. Здорово, Гриф. Привет. А Легион-то сейчас где играет теперь? Играют они, не играют его? Не играют, а их трайб превратился в помойку. То он уже даже не называется так, как был раньше. А, ну вот, да-да-да, я обратил внимание, какой-то Сиос или что-то такое. Я не помню, какого на С. А, или на А. На А какая-то фигня. Серег, ты можешь с жирафом выйти с этой, собрать немного этой рушис соломы? Че, а Василий-то не в курсе, походу, где? Нет, Василий в курсе, но ему до фени. Я не могу. Че? Не могу, немножко. Нет, а вообще они где-то, они как бы по идее это он везде называется. Тех, кого организует этим павшим легионом. Поэтому, может, где-то на других проектах они играют. Я поэтому ничего, нифига нету. Так, что-то у меня тут не строится ни хрена. Ну, ты точно подметил, как бы я к этому и клонил, что мифические, потому что их нет. А ты строй 2 на 4 или 2 на 3. Сейчас, сейчас.
Волк, аккуратно. Волка убей. А где ты его видел? Ну вот сразу за камнем внизу был. Гриша, значит, ты уничтожил вчера Нюйку, да? Кого? Нюу, да. Вах-вах-вах. Ничего не поделаешь, они просрочились настолько, что больше некуда. И Нюу так и ничего не написала и больше не появлялась. Так что все, как бы, до свидания. Жили бы и жили. Ну, ладно, просто только у них тут распутало, рядом обосновался. Я видел. Вчера с Ильюхой это с Лампотамов возвращал. Мог бы и тогда и приплод. Что? И приплод их, говорю, мог бы к нам присосить. Цели были достигнуты, но не реализованы. Но это же были не ваши цели. Это были наши цели. Как раз. Точнее, ну, мои, как бы. Ну, мог у них, не знаю, не догадывался даже. Ну, что, я просто так, что ли, их давал? Для совместного развития. Я бы на твоем месте вообще бы радовался, что вернулся хотя бы это. Ой, блин. Ну-ка бы еще таких штук 50 мог приручить. Ха-ха, ну вот это вот я сомневаюсь. Почему? Потому что они спавнятся очень редко. Сколько мне известно. Кстати, блин. Ну, я не знаю, пристрелили, видимо, где-то. Лена его взяла в оборот. Да? Последний час слышу, что Лена его куда-то призывала. Призывала? Хуже это Лена. Не-не-не, для порошка. Ты надо. Сандерс. Да-да. Видел, какую я заставочку сделал себе? Илюха. Не, еще не смотрел. Здорово. Привет, Гриш. Сделай это, живку на, наверное, на пассив. Как у тебя сегодня дела? Да вот, не очень. Помнишь, я сегодня что переспрашивал тебя за стрим твой вчерашний. Короче, сегодня написал чувачок, что это его, такой-то трайп в C5 пропала живка, это последний раз заходили вчера. Вчера я на стриме сидел и сказал: тупые псы, можно разрушить, удаляю. Ну, тут начинается несостыковочка. Если он вчера якобы заходил, то я никак не мог увидеть, это можно разрушить. Ну да. Вот я думаю, да, да. Он нам лапшу на уши вешает. То ли что-то действительно случилось страшное. Ну, либо они не заходили на эту базу. Он как бы играл по другим, бегал, а на эту не заходил.
Серег, сделай лук, три лука и где-то сотни две стрел. Вам тоже надо стримить свои полеты. Админю сервак. Опять какие-то дебилы потеряли. Ну что, есть же это админские будни, пускай. Пускай Гришка админские будни выкладывает. СДшник надо купить, чтобы их выкладывать. А то у меня комп как этот, как древняя бабуля. Кстати, у меня SSD-шник вот на AMD гораздо медленнее запускается, чем на Intel. Получится у тебя стрелы с луком сделать? Да, делай. Все, будешь сбивать ему хп. Я его буду кормить. А, Гриш, сегодня же USSR спонтанно собирали всех на этот. Я так понял, ни хрена не собрали. Да. Они всех собирали на усиленного кракена. Ты ж видел, я в чате написал, какой состав нужен, чтобы зафармить. На это, чтобы сходить на кракена усиленного. 5 баксов, я вам все организую. Да, Гриш. Извини, я тут немножко просто варки отвлекаю тут на нагарму. Еще раз повтори, пожалуйста. Говорю, они вчера спонтанно начали собирать народ на кракена усиленного. Ты видел, нет, вчера я написал им, что нужно для усиленного кракена, какой состав кораблей. Да, вроде видел. Да, я там написал, типа... 2-3 галеона и бриги. Типа, да, говорю, 2 бриги, 2 галеона, вот, или более. Ну, все же, окей, да, собираемся, все, сегодня в 6. В итоге я приплываю на своем бисмарке. Вот. Тень бисмарка над ним висит и висит. И, короче, такие, ну, мы выплываем. Где-то без 26 написали, что они выплывают из своего корабля. Ой, из своего этого порта. Ну ок. Народ подходит, там на шхунах, на шлюпах подплывают, как бы за халявой. Никто за халявой люка не надо, вот тут не придумывай. Не, я но... народ спрашивал, нужны корабли, нет. Нужны корабли, нет. Никто не спрашивал, нужны ли корабли. Грим спрашивал, конкретно спрашивал, еще кто-то спрашивал. Вот Грим стопудово спрашивал. Что, как хрена, мы можем Грин прийти спросил на потом, когда пришел, когда уже все расходиться начали. Нет, да. Нет. Он спросил, он сказал, когда он еще в игре спрашивал, потом, когда еще он к нам пришел сюда, мы с тобой спорили. Вот. Он тогда спросил, как бы, я не знаю, ты отходил, скорее всего, как бы я сказал, я не знаю, как бы я этим вопросом не ну, занимаюсь. Ну, значит, ему никто не ответил, ему никто не говорил, нет. А кто ему ответит? Вас. Как бы два человека организатора. Да, я не организатор был, если что. Не, ну как бы ты... Короче, не суть. В основном все упали на хвост. Спрашивали, типа, можно ли так прийти и кому-нибудь на борт. Говорю, ну, типа, если не можешь, да, пожалуйста. В итоге приплывает USSR на стоковой бриге. С 8 пушечками. 4 слева, 4 справа. Так, может, что-то было... Я ему говорю, типа, так, а все, это все корабли, которые будут участвовать? Он такой, ну ты ж писал, что, типа, 2 галеона, 2 бриги. Такой, я писал, что это надо, а не то, что я их приведу. Вот. И что-то они
Не помню, что они там ответили. Меня тогда не было, я ходил. Типа все просто так пришли, никто корабли не взял, что-то такое. Потом Грим говорит, ну, сказал, что я бы мог галеон притарабанить. Вот. И он такой, ну пошли, кстати, попробуем потраить. Я пришел на прокачанном 51 уровень уже галеоне, полностью снабженном. Он на говнобриге приплыл. Агри его, Серег. Загонишь его в этот, в томилку? Сколько надо было стрел? У меня нет, только 100 есть. Штук 150 надо. Что тебе еще надо для стрел? Солома, сейчас. Короче, на том и разошлись. Не, ну смотри, а почему вы не смогли, как бы, на... Вопрос же возникал, пойти на простого, как бы. А нахрена? Он у всех есть, мы ну, недавно сходили. Ну, блин, я думаю, что не было все равно просто для этого. Мы уже сходили на Кракена. На Кракен никому не нужен. Обычный. Я не знаю, как будет достоверно, потому что я говорю, отходил. Вот. Но я думаю, что можно было сходить просто пофаниться на простого Кракена. Охрененный фан. Оставить, возможно, галеона об обычного Кракена, потому что больше кораблей нет. Ну а как? Потом, кто его активирует вообще, этого Кракена? Да. Серега мог активировать, у него-то есть компас. Я мог активировать с этого же, как бы, ну, к этому начиналось, как бы, потому что думал, что сейчас схожу, пока тут сыр да бор, как бы, и решаться на обычного Кракена. Блин, такую сову красивую вижу на X5 кластере. Да, бывает экземплярчик. У них тут же мод стоит на разноцветную динозавров, и она такая сиреневая. Голубая. Мне больше нравится. А эти как они? Натуральные расцветки. А натуральные расцветки. Давай. Прикольные, снежные, там серенькие. Я крафчу. Ну, а ты еще крафтишь? Попал. Блин, Илюха. Короче, ты делал на 150 миллионов. Выходи. В конечном итоге, Илюха, ты решил перенести поход на завтра, если соберутся, правильно? Чё? В конечном итоге вы решили перенести поход на завтра, если вообще... Давай его в правый и угол завтра затащи. Последствия суббота. Вот сюда где-то, да. Илюха, мне нужен забор. Гриша, можешь нас в канал ниже в Дискорде перетащить? Саров, с что ли? Серегой. Да чтоб мы, да, не мешали, мы тут томим как раз просто. Вы что, сами-то не умеете, что ли? Да надо переключаться, и Серега тут долбит его с этого. Я тут с болосом. Мне отвлекаться некогда. Да. Не вовремя начали. Еще. Еще. Ладно, мы можем закончить, мы можем так разговаривать. Надо, я сами уйдете. Да уже кормим медведя. Илюха, построишь забор, нет? Че? Забор построишь? Я не в атласе. Ну не сейчас, я вообще говорю. Или не будешь что-то. Я построю какую-нибудь каргазиатку. Ты только близко не подходи, а то он биться начнет. А на гарму разводились по дефолту? Моногармы, да, по-моему. А, моногармы разводились. И разводятся. Да, все отлично. Она, кстати, хорошая. Одним малагаром можно уничтожить этого ледяного.
Ну, мини. И приручить им тоже можно. Как-то многоармин хорошая штука, многие их недооценивают по незнанию. Как-то как бы... Мне не понравилось вообще. И просто не понял, как с чем ее кушать. Там есть фишки как бы по его управлению, как бы что не надо делать, как он там расходуется, вот эти вот как бы его характеристики. И все, если это понять как бы, то... Мне он в принципе как живка не понравилось. Мутант с этими, с реактивными двигателями, какой-то выпуск. А, ну, в эту, блин, в эту армию. Что тут скажешь? Это, как сказать, ну, уже придуманные, выдуманные мифические существа, что не дать, не взять. Ну, коли они есть, надо их использовать. С одной стороны, то прикольно, она как бы с любой стороны, как бы высоты, ну, у тебя падает и, ну, не наносит урон. Прикольно же, костный нарост типа его спасает. Блин, главное, чтобы тут Мишка сейчас не пришел. Убей Мишку за минуту, пока минута еще есть. Так он это летает. Вот единственное, что у него минус, тоже вот, что не понравилось, он его может выкинуть за пределы карты. Вот это, конечно, уже. Это меня бесит. Я сейчас из-за этого и зашел сюда. А до сих пор такая фигня, да? Все, давай. Кто провалился, этот чмош. Сейчас встанет. Провалился или за. Провалился. Проваливаться как бы не сталкивался, а вот они улетали как бы в небо за пределы карты. Все, все, все. Ну причем потом как-то поправили, если ты улетаешь с ним, ну за пределы, то ты дохнешь, у тебя весь как бы все, что у тебя имеется, как бы исчезает, а этот придурок через какое-то время как бы на том месте, на котором ты исчез или сдох, вот он внизу сидит. Она скоро меня сперчит, как бы. А мне, на экстейшене он там сгораешь вместе с ним. Но потолка как бы нету, там как бы на экстейшене это ограничитель, а на других картах ты. 23% уже за два эти. За два падения. Он должен удариться, а ты нифига не ударяешься, влетаешь за него. Ну, тоже как-то глупо. Если потолок есть, то он должен быть для всех. Блин, на X3, наверное, с трех падений Мишка приручается 45-й, 44-й. Да. А если да, еще и под гармошкой... Если еще и под гармошкой, наверное, с двух падений. Вот я вам скажу точно, как бы, Мишка и до первого уровня получается за 2 минуты. Пока он лежит. Его уронил и приручил. Сегодня проверял. Ну это у меня с третьего падения где-то будет 27-28%. А у вас нет скиллата на приключение? Я со скиллами со всеми. Давай, Серег, давай. Не, ну, есть. Да, там, тут тоже достаточно.
достаточно много приручал мишек, да, такое себе. Ну, блин, более лучшего места я не нашел. И можно найти хорошего качества. Сука, чё он распсиховался? Что-то сначала по 13 секунд было, теперь по 17 ждать. Ну, 20 секунд, как бы, ждать кормления. Ну, сначала было 13, сейчас вот 17-18. Это просто ты подходил к нему на таком, скорее всего, периоде. А так 20 секунд, это стандартное время, никто его не может. Да. Давай, Серег. Еще раз? Не-не-не. Ему страшно, выжив в ПВП, чё ты спрашиваешь, чего молчим? Кто и молчит? Обалдеть, стимпанк сегодня уже 3 раза обновился. Это ж больше хорошо, чем плохо. Нет, это они накосячили при обновлении мода. Ну это значит, что поддержка есть, что-то ремонтируют. Не забивают, ну, хер. Не накосячили, все. Это единственное, что значит. Да. Не, ну как бы, понимаете, если забили, то ничего никто не обновлять не будет. Никто ж не говорит, что не забили. Я не напрасно, ну, не от вас, конечно, но вообще слышу, что как бы забили стимпанк. Стимпанк, как бы... Они его периодически что-то выпиливают новенькое. Не, так-то прикольный, как бы, в общем, вот, как бы, задумка мода, блин, классная, но вот то, что он, как бы, серваки не вывозит его, это фигово. 2 корабля на сервак, да? Нет, ну, корабли почти везде вырезают. Они ложат серваки на лопатки, эти корабли. Всех нормальных сервер. Давай, давай, Серёг. Стимпанк стоит, дрили, корабли, еще что-то подключено нафиг, что-то положили. Все. Не, ну дрили, конечно, заупотреблять ими, наверное, да. Но так тоже прикольная штука. Ну вот, у Саваш играли так. Это мне очень нравилось. Кстати, по ее рекомендациям резали стимпанк. Ну, так кто бы сомневался. Черт, может, сейчас отъеду. Может, они и кладут, как бы, ну. Тоже, да, много зависит же от игроков. Нет, они очень много жрут движок игры, ну,
что сервак просто не выдерживает, неважно на какой он тачке там стоит или еще чего. Что вот движок игры не выдерживает такие моды. Отойду. Угу. Давай. Есть. Сандерс, а я вам говорил, почему стремиться-то в поисках медведей? Чё-чё? Я вам говорил, почему стремиться в поисках медведей? Вы сейчас занимаетесь поиском медведей. Ща, подожди секунду, сейчас. Сейчас притомим, потом скажешь. Хорошо. Медведь 44-й, который лежит, которого томим. У него морда, как у этого. Как из Бэтмена этот клоун Джокер. Такие от рта в разные стороны. Черная, морда белая, а типа, как понял, рот разрезан. Ну, черная, да. Ну, это такая фишка этих медведей. Так, к чему стремиться? Стремиться к ХП 800 плюс у прирученного. Mm. И урон 180. Угу. Ну, стамина 1300. Вот были 1300 дикие медведи. У меня нету такого, как бы, но были. Я не смог выторговать. Сейчас вот. Приручим, посмотрим. Ну, приручайте, к этим цифрам стремитесь. Ну, а так, как бы, в принципе, что вас устроит?
смотрю, сегодня что-то на Твиче тухло, как никогда. Пятница. Новая игра вышла, ничего вы не в курсе, да, и пятница. Какая новая игра? Да там в Стиме, короче, стрелялка какая-то, там, типа, Left 4 Dead или что-то такое. Она никогда играет в одной команде, скачет. Против окружающего мира. Ну хуза, я, короче, 300 стоит. Стрим закрыл. Да, оставь ты его в покое, чё ты? Люди придут, они же не могут постоянно как бы смотреть что-то. Нет, я на сегодня стрим закрыл, уже 10 часов, никто не придет. Он там может перед сном позрить или шо. Я Руслану прорекламировал, чтобы он всегда был в курсе. И у Сандерса фоном только я был включен, один зритель. Угу, у меня ну, да, уже более часа никого нету. О, кто-то опять подключился. Ты ушел, вот. Кто-то пришел. Ну вот я сегодня стримил с двух. И у меня максимум два человека заходило буквально на полчаса. Либо вообще никого, либо один. Да, понимаешь, надо же, чтобы было людям интересно, чтобы они... Вчера у меня 7 было. Вот странная какая-то фигня. Давай. Еще. Все. После этого еще разок и должен встать. А если не встанет? Пизды ему дадим. Отрубим. Отрубите. Завалю его нахер. Блин, прорисовалось, что он не так лежит, офигеть. Я понял, что это за танец. Какой танец? Да я в ходсе. А, ты в ходсе? Да это я тут смотрю. Тоже станция. Давай еще. Лук меняет. Давай, давай, давай. Есть.
Итак, барабанная дробь. Сейчас какие-то ложовые статы. Да. Полная Ж. Обучите весь список чёток. Здоровье 498. Выносливость 1050. Ну, урон 184. Вот плачет ещё. Чё? И ты ещё плачешь? 184 урон. А, я думал, что все три стата надо одновременно получить таких. Псих, что ли? Один из статов. Один. Я понял. Когда у тебя будут три стата у разных мишек, надо их будет объединить. Чё, я его называю мама на урон, да? Конечно. Ну там, я не знаю, кто это. Папа, мама. Мама. 184 это прекрасный результат. Так, теперь выехать отсюда им надо. Где тут меньше ломать? Ладно. Что, Серег, будем искать еще или на сегодня хватит? Смотри, как ты. Хватит, Максим. Хорошо. Твой медведь куда-то побежал не туда. А не, все, побежал к тебе. Завтра ежику задание дам. Построить здесь загончик. Чтоб здесь слона, жирафа и этого оставить и закрыть все тут. Отсюда можно олово возить. Вот дофигища. Олово-олово. Угу. Блин, жираф, скотина. На пушки залез, на самый хвост. Еда есть, матросова есть.
Ладно, я тогда отключаюсь. Давай, давай, Серёжка. Давай. Так, золото есть? Давай. Ты тоже Серёга, да? Не, я Серёге хотел сказать пока. Да. Так. Блин, я, конечно, в соло, наверное, не затомлю медведя. А как не подключишь, то приручи. Приручу. Ну, я туда гонял один. Ну ты ж красавчик. А ты чем хуже? А я пока опыт еще не набрал. Вот, есть уникальная возможность получить. Приручить медведя в соло. Да, получить и приручить. Слышишь, Илюха, на Гудгейме, наверное, меня бот какой-то смотрит. Потому что у меня вот с Гудгейма один просмотр постоянно. Вот я только включаю. Меня сегодня даже боты не смотрели. Слушай, а вот это там еще есть тема с типа не рестрима. Типа как там поделиться надо со стрима. А, когда кто-то не стримит, ставит себе чужой стрим? Да. Да, есть такая штука. Я не помню, как называется. Там тоже типа надо, чтобы одновременно 5 человек тебя перестримило. Ачивка. Ну, не знаю, насчет той. Ачивка для партнерки, кажется. Надо группу какую-то создавать. По атласу писать туда контент. Чуть-чуть. Чё сказать? Игру я вам скинул, которая вышла пару дней. Ну, интересная такая, там ни одному может не играть. А так-то, ну, как соловая. Ну да посмотри, что за игра. Ой. Чего за игра? Посмотри у Сандерса в канале. А, то есть... Флудим, мы там, да? Флудите на здоровье. А где, я не вижу. Куда ты скинул? Ну не знаю, общий куда-то, может, общий. А, ты в чат стрима скинул. Там, знаешь, я больно был плашен. Не знаю, что это за игра.